Мы с вами находимся. Мы с вами находимся в магазине «Все для вечеринок». Мы заехали сюда купить Кэтрин шариков праздничных. Взяли цифру 10. Шарик с миньонами и маленькие розовенькие шарики. Сейчас нам их будет надувать. Смотрите, сколько здесь всяких разных шариков. Прямо здесь их надувают. Гарри Поттера нету, поэтому взяли с миньонами. Здесь, видите, все для вечеринок. То есть скатерть, всякие декорации, все-все-все. Выбираете себе там, допустим, цвет, каком вы хотите сделать, либо там мультик, и делайте. Но мы сегодня, так сказать, по-скромному. Главное, это отмечание дня рождения, это мы в парке съездили. А сегодня мы сейчас ее заберем, просто дома шарики, а вечером она хочет сходить в один маленький ресторанчик, где ее любимый тортик. В общем, так. Вот здесь, видите, сверху нарисованы мультики какие. Вот, допустим, покемон вам понравился, да? И вот здесь вот все с покемоном. Видите, такой надувной покемон, какие-то декорации, какие-то, не знаю, скатерти, всякая всячина. Для детей это в основном все. Смотрите, какой шарик прикольный. А мы скейт ходим, выбираем. Там шарики стояли, один шарик лопнул, она испугалась, вся дрожит, бедная. Поэтому мы ушли подальше от шариков. Вот он, отдел Миньон. Один из самых любимых моих отделов. Видите, всякие здесь декорации. Что-то шарики какие-то. Мыльные пузыри. Скатерти, тарелки. Все, в общем, связано с миньонами. Вот здесь, например, диснеевские принцессы. Смотрите, 50% скидка на принцесс. Микки Маус, кому нравится. В общем, все, кому что интересно. Когда-то моя дочка нравилась Frozen. Но больше Frozen ей не нравится. Так, ну где наши шарики готовы? Minions? No, it's right there. Вот он, наши шарики, о которых Миньон еще поет песни, эти звезды Миньон поет. Мы приехали на праздничный ужин в ресторан. Julia's mom said happy birthday to me. Кэтрин нас стесняется сказать, что у меня день рождения сегодня. Вот она.